Судя по богатой коллекции фуражек Владимира Куприянюка, сложно представить, что такое хобби пришло в его жизнь абсолютно случайно. Порядка 70 предметов, каждый со своей историей, аккуратно располагаются на стендах с индивидуальной подписью в личном кабинете инженера Брестского областного центра Олимпийского резерва по гребле. Все начиналось вот с этой фуражки образца 1977 года. Она была вручена мужчине в качестве подарка. Сегодня можно с уверенностью сказать, презент стал судьбоносным. Начал я их коллекционировать, когда еще работал в управлении внутренних дел, и мне мой наставник принес свою фуражку еще СССР. Вот она там стоит у нас. Она у меня была в кабинете. Потом пришел мой друг, действующий милиционер, который сегодня тоже работает. Он принес очередную фуражку, но уже с Узбекистана. Следующий экспонат прибыл с Украины, а потом и из Германии. Так со временем начала расширяться география официальных уборов. Вскоре количество фуражек потребовало в буквальном смысле места. Владимир Куприянюк, которого уже поглотило увлекательное занятие, сделал для экспонатов специальные стенды. О необычном увлечении мужчины узнали коллеги и спортсмены и тут же подключились к делу. А потому несложно понять, откуда в коллекции фуражки стражи правопорядка из более 30 стран, в их числе Канада, Бразилия, Индонезия, Индия, Швеция, Испания и другие. На допрос о том, какая из них дороже сердцу, герой долго думал, ведь все они уникальны. Позже мужчина ответил, самые любимые первые, именно с них 5 лет назад все началось. А вообще в Бресте много коллекционеров? Ну, я один, насколько я знаю. Вообще, даже в Брестской области, потому что на старой работе спрашивали, вот, я еще узнаю, кто там, может, собирает, ну, чтобы с тем человеком. В интернете как бы нету. Он говорит, ты только один. Раньше был замначальника УВД, Николай Николаевич Радиюк, он собирал тоже фуражки, но я его перещеголял. По количеству? По количеству, но не по качеству, у него такие были очень, например, тот же шлем Бобби английский, да, это мечта любого коллекционера. Никто не хочет с этим шлемом расставаться, знаю пару человек, не хотят. Элементы фуражки стражи правопорядка из Арабских Эмиратов позолочены. Убор из Польши многофункционален. Глядя на уборы из Франции, невольно вспоминаются герои любимых комедий про жандармов. Одни объемные, другие созданы с расчетом на комфорт. Разные материалы, изделия и, конечно, оформление. Не восхититься количеством предметов коллекции невозможно, ровно так же, как и увлекательными рассказами о них Владимира Куприянюка. Брещанин не планирует останавливаться. Область его интересов широка и есть к чему стремиться. Гёте называл коллекционеров счастливыми людьми. И глядя на увлеченность нашего героя, сомнений в этом не возникает.